Я сказал, что надеюсь, очень разумные деньги. Мне тут как-то за октябрь месяц выставили на 54 тысячи. Я сжег 14 тысяч киловатт. Нахрена столько много? И как бы в холодные ночи я понимал, что, скорее всего, выявило несколько мелочей. Напряжение по фазе. Вот там ему страшно. И труба — это железо. Понятно. Погрызки, все эти самые, все туда. Здесь у тебя шторы прям висят на них. Это не опасно? Не только. Дождь, снег, град. Это я делал сам. Это вообще типа а-ля финские окна. Я нанимал людей. Готовился к стройке полтора или два года. Это лучше, чем любой мобильный интернет. Работает потрясающе. В ноябре месяце я перебрался уже сюда из города. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в частном секторе. И сегодня посмотрим частный двухэтажный дом. Поговорим о конструктиве, о платежах и вообще, как отсюда выбираться и можно ли здесь жить круглогодично. А вы обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну, дом это обычный каркас, толщина доски 150 миллиметров. Хотя, в принципе, если утеплять не тем, чем утеплял я, то доска должна быть 200 миллиметров. И это минимум. Дом построен на свайно-забивном фундаменте. Свая 150, трехметровая. Свая забита на глубину минимум, по-моему, 1800 метров 85. А в основном 220-240. Железобетонные сваи. Дальше как классическая обвязка, как бы, и пошел обычный каркас. То есть полы по лагам. Дом по осям 220, но так как, хотя мне многие отговаривали от этого, я украл у дома 25 метров и сделал себе некий такой навесной гараж. Потом вы увидите это снаружи, ну, для автомобилей. То есть у тебя дом получается 195 квадратных метров? Да, ну может быть чуть меньше за счет толщины, по осям 195 метров, да. Угу. Может быть чуть меньше, там, может 192, может 193, я вот прям так не мерил. Хотя по документам он идет почему-то 205. Я так и не понял. А, то есть ты его уже зарегистрировал? Да, он зарегистрированный жилой дом. Он, конечно, не достроен еще пока, но имеется в виду по... Ну, сжечь можно, но еще отделка в процессе. Да, я живу здесь первую зиму. Прошлую зиму я здесь жил в экспериментальном режиме. То есть приезжал на 3-4 дня, там холода, собственно, как бы понять, как это все работает, можно ли здесь жить. А вот в ноябре месяце я перебрался уже сюда из города. И, собственно, здесь и живу. Так что не пугайтесь, кое-что не доделано по отделке, будет, естественно, доделываться. Ну, все зависит от денег и от сил. Давай, проведи нам тогда экскурсию по дому, покажи нам свой первый, второй этаж. Ну, вот сейчас мы находимся у каминной кассеты. Это одна из систем отопления дома. Работает потрясающе, стоит немного денег, если не ошибаюсь, 1040 она стоила. Ну, плюс как бы ЦСП. А расскажи вот про это дизайнерское решение. Вот на самом деле вот обшивка камина смотрится очень красиво. Ну, она еще не доделана, она будет еще сделана отделкой металлом, черным, как бы, уголки. Это ЦСП, обычная плита, в ней насверлены дырки для того, чтобы теплый воздух выходил. Здесь отделочник мне поломал лист. Я его пока не стал менять временно, как бы он на него упал и наступил, я не помню. Пока его менять не стал, да? То есть, а отделочник-то где? Живой-то хоть? Жив, здоров, уехал как бы в Тихин. Родители привозили, делал комнату их, отделывал как бы. Ну и в общем как бы... Понятно. Вот. А вот это помещение первого этажа, оно не очень большое. Метров, если не ошибаюсь, где-то порядка 40. Ну, тут достаточно большое количество света. Ну да, свет здесь зональный, можно показать. То есть, как бы, вот это центральная зона, а это кухонная зона. Есть дополнительное освещение. Пойдем. Вот эта зона, как бы, ТВ включается, выключается. Это зона коридора. Красные провода, всем крайне рекомендую это делать. Это, собственно, интернет. Здесь обкручен, вот сейчас вы видите, это временное решение. Вон заходит оптика, здесь... Мне повезло, здесь есть интернет по оптоволокну, это шикарно, это стабильность, это как бы правильная скорость. Ну, дорого, конечно, не так, как в городе, но это лучше, чем любой мобильный интернет. И вот это, собственно, интернет будущего дома. Сейчас как бы у меня закончились деньги, здесь будет висеть профессиональный управляющий шкаф. То есть здесь будут стоять свечи, стоять бесперебойники, стоять видео этот самый, видео... То есть маленькая такая небольшая, да, серверная. Да, маленькая небольшая серверная. Сейчас пока решение в доме вот сделано просто, как у многих.
по Wi-Fi все летает, да, и как бы все работает, и телевидение, и интернет, но гораздо так, так как у меня двое детей, они играют в игрушки, как у многих, я хочу себе стабильное телевидение, потому что, ну, телевидение тоже у вас за городом будет либо вот приставка, 20 каналов, либо нормальное интернет-телевидение. По мне лучше интернет-телевидение, чем конечно, приставка. Ты получаешь гораздо больше каналов и возможность пользоваться кинотеатрами, поэтому всегда закладывайте как бы в доме витую пару. Это и камеры, да, конечно, Wi-Fi удобнее и так далее, но это крайне нестабильно. Закладывайте витую пару по дому во время стройки. Здесь у меня в доме порядка 800 метров витой пары положено. Есть отдельная подсветка лестницы, ну, чтобы подниматься было удобно. Ну, вот, собственно, кухонная зона. Это кухня. У тебя получается обшивка с сайдингом, я видел, ОСБ, потом утеплитель, про него мы отдельно поговорим. И здесь гипсокартон. Пароизоляция, обрешетка 40 мм, 4 см. И дальше гипсокартон. Здесь... Ну, как бы попытка сделать под дерево. Здесь фартук уже стоит. Здесь-то стена тоже будет полностью отделана фанерой. Угу. Тут ящик мы подпиливали, но он все равно не влазит. Его еще надо подпиливать. Поэтому, когда отделаю фанерой, буду подпиливать. Ну, в принципе, да, тут уже видно, что кухня достаточно современная. Отдельно включается своя подсветка в зоне кухни. Ну и холодильник, как бы, подразумевается сайд-бай-сайд. Более большой холодильник, как бы, под него оставлено место. Это временный холодильник. А, то есть, который с двумя такими дверцами. Да. А, вот, собственно, стоят батареи. Это теплоплит. Ну, это теплоэко, все тоже теплоэко, да, то есть, это другой производитель теплоплит. Соответственно, насколько я знаю, он вообще был первым на рынке, который выпускал кварцевые батареи. Также я использую масляный радиатор пока, но, честно говоря, в следующем году заменю на три батареи теплоплит. Мне больше нравится, понравилось. Как бы, во-первых, он 2-киловаттный, а три батареи будет... полтора, 1,3 киловатта. И мне нравится, как они работают, но батареи эти маломощные, то есть они отапливают всего 7-8 метров, поэтому, конечно, их как гроздями придется вешать, чтобы они отапливали это помещение. То есть вот это вот 8 метров максимально при высоте потолков до 3 метров. Поэтому, получается, их очень много придется вешать. Сейчас их висит 4 штуки, там за диваном есть еще одна, еще 3 повешу, 2 по этой стене. И вот, к сожалению, это санузел первого этажа. Тех помещений давай мы посмотрим в последнюю очередь, про него поговорим. Это санузел. Это санузел первого этажа. Вот здесь, к сожалению, своего отопления нет пока. Но оно здесь необходимо, вот эта зима выяснила. То есть сюда будет повешена либо одна батарея еще, либо полотенце сушило. Ну, скорее всего, полотенце сушило. И тогда сюда повесятся две батареи. И тогда будет полный ажур. Будет тепло. Красивая у тебя парящая лестница. Ну да, вот такая-то лестница такая получилась. Делал я ее сам и придумывал я ее сам. Дом планировал. Готовился к стройке полтора или два года. Дом планировали, проектировали сами. То есть, как бы, так как дети у меня проектировщики, а я сам, в общем, немножко строитель. Поэтому из двух. То есть дети помогали проектировать этот дом? Чертили. Проектировал я его сам, а они чертили. Они чертили. Чертежи, как бы, и, соответственно, уже строили. И строили только по чертежам, только по этим самым, потому что это невозможно. То есть, как бы, строить вот... Ну, условно говоря. Ну, в общем, классический самострой. Ну, классический, не классический самострой, хотя бы по проекту. Это как раз классический самострой. Да. Этот самострой, проект делался из двух домов, которые в одном понравился доме внешний облик, а в другом планировка. Именно как бы... И ты совместил планировку? Да, совмещать планировку с внешним видом. А, плюс, когда мы начали проектировать, то есть изначально второй этаж был спланирован совсем по-другому, но когда мы начали проектировать лестницу и вписывать ее в пространство, весь второй этаж полностью поплыл. Поэтому я говорю, что нельзя строить без проекта. Пришлось полностью перепланировать второй этаж, прямо полностью, совсем все по-другому стало. Ясно. Вот. Так, вот там получается вход, тамбур, мы это потом покажем. Пойдем тогда сейчас куда? На второй этаж? Нет, техническую комнату в последний момент. Пошли сейчас... Там техническая комната и баня. Да, ну вот посмотрим второй этаж, а потом поговорим. Потому что там много чего интересного. Вот второй этаж, мы поднялись по лестнице. Сколько здесь комнат? Здесь 4 спальни. Одна... И санузел. Не только санузел. Да, санузел общий. Трасса спальня. Два спальня, это для детей, они по 17,5 метров. Вот это будет... Она забита пленкой, как бы временно. Это будет гардеробная. Куда можем зайти посмотреть? Вот зайти посмотреть. Ну, это пока кладовка, стройматериал. Вот 17,5 метра. Заходи туда, смотри. Ну, и тут стоят еще всякие жарочные шкафы и бытовая техника.
Что, ну здесь тепло. А из каминной кассеты, вот покажи, вон там, если увидишь. А, вот отверстие, вот, да. Отверстие, вон туда. Оттуда теплый воздух из получается. Из каминной кассеты оттопишь, да, это тепловой проход, угу. Прямо идет здесь теплый воздух, как бы. Причем идет прямо очень хорошо. Ну, здесь утеплитель, звукоизоляция как бы валяется, но это как пока кладовка. Угу. Временно, это комната младшего. Это, кстати, очень интересная штука для ребята. Для постановки гипрока, это подъемник для установки гипрока на потолок. Угу. Прямо очень полезная штука. Недорогая, как чердежная. То есть можно одному это делать, да? Да. Ставишь, ну, собирается, ставишь, поднимаешь, переворачиваешь, поднимаешь наверх, прижимаешь. И потом просто прикручиваешь, а потом опускаешь эту штуку. Очень удобно. Ну, получается, я же правильно понял, что сам каркас, фундамент тебе сделали. Да. Каркас сделал ты. Да. Обшивку внешнюю, внутреннюю, да. Утепление. Ну, я, естественно, кровь. Не один. Я нанимал людей, платил им заработную плату. Ну, чтобы помощниками были. Да, потому что, ну, две руки вы это не построите никогда в жизни. То есть, как бы даже не пытайтесь. Либо будете строить всю жизнь. Ну, так обычно и происходит. Дверь, смотрю, симпатичная. Это родительская комната. Это будет, ну, я сказал, это будет гардеробная, то есть кладовка. Тут одежда будет висеть, но это вот классическая гардеробная будет для хлама. Она не очень большая, но вполне себе, метров, наверное, 8. Это вот родительская комната. Большая какая. Можно это 20-метровые, да, комнаты. Это комнаты по 20 метров. Большая комната. Ну, родители делали дизайн под себя, поэтому ковры, поэтому батарею я вот, ну, как бы пока еще не повесил. Вот две батареи, то есть три батареи на вот эту комнату кварцевую. Здесь вот сейчас стоит 8 градусов температура. Про эти штуки, регулировку батареи я расскажу потом отдельно. Я очень долго ее искал, полгода. Хорошо. Вот, сейчас в комнате стоит отсечка 15 градусов. Да, отопление здесь не включается. На улице, правда, плюс 3. Но здесь сегодня, да, все течет, везде все плывет. Да, но вот отсечка по температуре, батарея включится на 7 градусах. Вот, собственно, все. Вот это обязательная штука. Это приточный клапан. Да, обязательно в каждой комнате стоит приточный клапан. Он включается, он открывается, закрывается, и свежий воздух поступает в комнату. Это то как есть бы... не обязательно открывать окна. А окна у меня сделаны, я потом покажу. А, да, да, мы на первом этаже посмотрим твои окна. Окна у меня сделаны наружные, неоткрываемые вообще. Внутренние открываются. Наверное, окно покажу по комнате. Ну, это чтобы пыль. Я так окна, пыль понимаю. Окна это я делал сам. Это вообще типа аляфинские окна. Очень теплые. И, ну, можно сделать наружку открываемую. Это как бы моя хотелка. И не более того. А, потому что, ну, до этого у нас был дом под Тихвином. И там дождь, снег, град, ветер. Закрывайте окна, давайте быстрее. В общем, я решил от этого избавиться. Ну, вот как-то так. Как кладовка. Она, ну, вот получается, для детей две одинаковые. Вот здесь, ну, тут тоже получено. Здесь есть встроенный шкаф свой. Гардероб. Вот здесь кусок вот так вот. Это встроенный шкаф в комнате. Но это единственная комната, в которой получился. Ну, закрыл, так понимаю, для того, чтобы тепло туда не заходило. Да, нет, чтобы туда можно зайти. Здесь тоже открыто. Здесь я переваривал трубы. Вот это санузел второго этажа общий. Заходи. Ну, там только света нет. Посмотрим. Вот санузел. То есть он готов. Мы будем его к лету будем делать. Он небольшой, но он есть. То есть здесь будет только унитаз и умывальник. Больше ничего не будет. То есть, чтобы помыться, принять душ, это только на первом этаже? Не только. Пойдем дальше. Ну, это моя спальня. Тоже 20 метров. Ну, достаточно большая. Тоже, ну, 20 метров, они одинаковые с родительской. Тоже приточный клапан обязательно. В каждой комнате стоит приточный клапан. Здесь помещение. Помыться можно вот здесь. Но только мне. Это вторая ванная. Это мастер-спальня. Вот это интересно. Будет ванная комната. А вы это вижу. Вода, канализация. Это канализация. Здесь тоже будет... Ну, я не провел еще. Здесь будет унитаз. Это вентиляция. Это вентиляция. Это выездная вентиляция сделана. Да, вот приточные клапаны. Везде стоят, но только здесь он без заголовка стоит. Вот он. Ну, он пока закрыт. Ну, чтобы свежий воздух пошел. А это приток, это вытяжка. И вытяжка есть... Куда? На кровлю она туда наверх выходит. Наверх выходит, да. Вот у меня сделана под крышу, я не выводил ее. Она вполне себе работает, я проверял. У меня на крышу она не проходит. Она, у меня холодный чердак, и она находится в холодном чердаке у меня. То есть весь... Так, ну, в общем, как техэтаж получается. Да, да. Ну, собственно, вот так вот. Здесь стоят те же самые, та же самая, как вы видите, управлялка. Здесь помещение побольше, но там три батареи. Вот здесь получается тоже 8 градусов, а здесь 12,5. Да, там две под этим самым, вот третья стоит батарея.
Вот, то есть это общая управлялка на батарее. Uh-huh. Я беру в пульте, поднимаю температуру выше, туда снимай, на розетку, uh-huh. выше 14 градусов. Видите, включились батареи. Да. Вот я убрал температуру, они выключились. Так, вот у меня еще, подожди, к тебе вопрос. Вот здесь у тебя шторы прям висят на них, это не опасно? А, это батареи противопожарные, вот это не опасно. То есть они вообще ничего не загорится от этого? Отлично. Ну, по крайней мере, так производители обещают. Я батареи сами делал, я их покупал. А то уедешь, приедешь, а то, дай бог. Ну, покажу, могу коробку от нее показать, наверное, даже в технической области. Не-не, я верю. Там написано, что они противопожарные, и гарантия у них 10 или 15 лет. По крайней мере, это всю зиму стоит вот в таком вот ракурсе. То есть это в ноябре месяце повешено, ну, по крайней мере, ничего не горит. Ну, видно, да, что целое пока. Смотрите, это, в принципе, аналог финского окна. Я делал его сам. Это окно мне обошлось, как бы, ну, я считаю своим ноу-хау. Иди сюда. Посмотри толщину окна. Ну, у тебя получается здесь однокамерный стеклопакет классический. Здесь, да, в дереве стоит. Классическая рама, уплотнитель. Ну, да. Здесь. Я заказывал отдельно деревянные рамы. А здесь стоит в одно стекло. Алюминиевое, да? Это да, это металлопластик, потому что металлопластик со всеми вот нашими осадками, дождем, угу. ветром работает намного за ним меньше. То есть обычное холодное стекление. Холодное остекление, это, собственно, рама для балкона. Угу. Для остекления балкона, классическая рама для остекления балкона. А это обычное, соответственно. А это обычно деревянное. Они просто срощены как бы между собой угу. через уплотнитель. Ну и, собственно, как бы очень теплое. Но, как бы я хотел поставить финские окна. Но они всегда были очень дорогие. А вот это окно я сделал по аналогу. Это аналог финского окна, и который заплачено, если я не ошибаюсь, то есть металлический толстый стеклопакет, который 74, не 54, угу. а нормальный, он дороже стоит, чем это окно мне обошлось. Ну, собственно, здесь выход на террасу. Здесь две двери, металлопластиковые, классические, но можете посмотреть. Одна и вторая, здесь две двери стоят для тепла, исключительно для тепла. Причем они металлопластиковые, классические, 54, но я их поставил две. Ну и, кстати, из-под них пока дует, потому что у меня пространство между ними еще не утеплено и не сделано. Вот эта зима, когда я здесь живу, выявила несколько мелочей. Ну мы об этом поговорим. Да, мелочей, которые очень, вот нужно будет устранять. Они не критичные. Но они есть, их нужно устранять. Тоже вы видите, приток один, приток он второй. Там тоже головка пока не сделана. Да, вот он один, там второй. Вот второй приток. От телевизора, видишь? Да. Это приточная вентиляция, обязательно, ребята. Потому что каркасный дом – это полиэтиленовый пакет. Вы задохнетесь, если у вас не будет приточно-вытяжной вентиляции. И вот, допустим, вентиляция над кабиной, каминной кассетой, да, вытяжная. И на кухне, вон, из короба. Да, и тоже, да, торчит. Вот оно. И вот здесь в торце торчит вторая. Да, я понял. Это оттоки, которые под крышу. Это делать нужно обязательно в любом каркасном доме. И пошлите в техническое помещение. Ну, здесь бардак полный. Тут еще темно. Здесь еще темно, здесь света нет. Пойдем тогда посмотрим просто техпомещение. Ну, да, это сауна. Это баня. Это баня. Раздевалка будет. Дальше здесь сауна. Здесь мыльня отдельно, там парилка. Вот, собственно, в мыльню выведена вода, чтобы была холодная горячая вода. Канализация здесь... у тебя септик здесь. А, септик обычный. На сколько кубов? Да, и здесь обезаложено в мыльне, чтобы можно было поливаться. И лить прямо на пол. У меня заложена канализация, труба прямо в септик выходящая. Ну, канализация общая. А септик на сколько кубов? Ой, я не помню, сколько кубов, он на 5 человек постоянного проживания. То есть я перезакладывался, как бы. С запасом. Он самый обыкновенный септик, и не надо их пугаться. Туда засыпаются бактерии, да, там но там порядке, нечему да. ломаться. То есть вы также можете поставить на него принудительный насос, если вам нужен, который будет откачивать воду. Но у меня она уходит сама, и я не вижу в этом никакой необходимости. Вот все, у меня у многих друзей стоят лосы. У меня даже у сестры, у младшей в доме под Москвой стоит лос. А это туда нельзя кидать, это туда кидать нельзя. Вот чисти, он у них же два раза забивался чем-то.
ну, там много чего ломаться, какие-то щетки, еще что-то. В общем, ты, получается, в канализацию смоешь все подряд и... Ну, не прямо все подряд, ну, почти все подряд. То есть, я не парюсь по этому поводу. Ну, как дома, в принципе. Ну, когда. То есть, ну, единственное, нельзя кидать там салфетки вот эти влажные, нельзя кидать памперсы, гигиенические прокладки. Ну, это обычно... и в обычную канализацию нельзя. Ну, кидают. Кидают, согласен. Да, кидают. Ну, огрызки там, кофе просто сливаю в канализацию, ну, в раковину, угу. Вот, когда варится. Ну, она кофе, туда уходит, да. И все понятно. Огрызки, вся, все эти самые, все туда. Вот. Ну, вот техническая комната. Это, собственно, тепло и вода. Ну, здесь тоже вот видна вентиляция, а это что за две трубы сверху? Это как раз тепловые проходы на второй этаж, что грело. Это вот ванную комнату в мою, они уходят в полу ванной комнаты. Угу. Это что здесь будет тепло, когда баня будет топиться, это тепло должно... использоваться. Ну, сюда будет выходить одна из отдушин, ну, то есть, как бы вытяжка. Угу. Ну, скорее всего, нижняя будет, да, и нижняя, и верхняя будет выходить сюда, потому что вытяжки две, а приток стоит один, он будет снаружи. И тепло будет уходить в это помещение, из этого помещения оно будет, ну, как бы, тут открыл дверь, угу. Оно вытянулось, а здесь на второй этаж пошло. Вот здесь, как вы видите, такая же управлялка, угу. такая же розетка. Давай, рассказывай, что вот это за оборудование. Вот вход воды в дом. Банальный вход воды. Это из колодца, вода идет из колодца. Соответственно, стоит обыкновенный фильтр. Отсюда остановись, проходи. Стоит обыкновенный, самый обыкновенный фильтр. Угу. Не помню какой. Ну, какой-то стоит. Ставил приятель мой сантехник его, я его покупал. Мы с ним собирали. То есть стоит обыкновенная станция, она достаточно мощная, она на 4000 литров. В минуту на 1300 киловатт. А дальше сделан коллекторная система. Коллекторная система. Да, коллекторная система горячей холодной воды. Соседи говорят, как бы, нахрена столько много, но поверьте, у меня кое-что даже запараллелено. То есть этого даже мало. Это не отдельный, как бы, на каждую точку разбора, отдельный свой выход. Угу. Дальше идет газовая колонка. Ну, труба, кстати, рекомендую, господа. Я покупал, первый, я с газовыми колонками не сталкивался, я купил обычную колонку и поставил обычную трубу. Угу. Ну, самую обычную. Причем недорогую, это не сэндвич стоит. А надо покупать турбированную газовую колонку. Она, конечно, стоит дороже. Я смотрел отзывы, что они все равно тоже текут и мерзнут. Это не в этом вопрос. Она, вот, монтаж самой колонки, угу. Там готовая труба, она выводится. Ну, короче, монтаж колонки по деньгам, стоимость колонки не турбированной. И стоимость трубы одинакова, когда ты покупаешь... турбированная колонка, она дороже, угу. Но труба дешевле и монтируется проще. Угу. Вот. Соответственно, здесь, чтобы создать тягу, вы должны поднять трубу минимум на 3-4 метра. А в турбированной колонке там как раз-таки чем ближе труба, ну, то есть труба там короткая, угу. Метра 2, и она вот такой толщины. И, короче говоря, там намного проще все монтируется, и дырка меньше. Ну, то есть, как угу. Ни крути, все равно стену ты прорезаешь. Ну, да, да, ты утепляешь все это дело туда-сюда, но дырка есть. И труба – это железо. Когда на улице холодно, труба промерзает. Вот для этого обязательно должен стоять фибер. И плюс, разморозив вторую колонку, я повесил греющий кабель. То есть при температуре минус... То есть вот получается синего цвета, это как раз... Это греющий кабель на трубе. Для того, чтобы при температуре минус там 20 градусов и ниже, я включаю греющий кабель, чтобы труба подогревалась. Потому что в колонке замерзает вода. И колонку рвет. Вот, я потом покажу. У меня как бы там колонка лежит. Значит, чтобы понимали, вот эта труба, это для выхода дымоход. Дымоход, да. По сути дела. Дальше. Вот это вот очень хорошая штука. Это называется бак послойного нагрева. Сейчас, к сожалению, я покупал его бушный, делал его сам. Соответственно, как бы он у меня потек. Сейчас я буду покупать новый бак, но вся система работает. Она работала 2 года. Великолепно, 100 литров. У вас нет скачков давления в горячей воде. Вы можете пользоваться не одним, как бы, ну, условно говоря, кто-то принимает душ, и все. Или кто-то моет посуду, и в душ ты уже не залезешь, потому что будут скачки. Бак позволяет, бак послойного нагрева позволяет, как бы, пользоваться 2-3 точками водоразбора горячей воды. И самое главное, что, так как это послойный нагрев, у вас постоянно сверху горячая вода. Получается, что холодная вода, у меня так сделано, что холодная вода в бак вообще не попадает. Она вначале холодная проходит через колонку, нагревается, потом попадает в бак. И вот этот вот мотор, насос, это дополнительный циркуляционный, чтобы работал, он у меня был подсоединен к термостату, и когда вода остывала, термостат включал не ТЭН электрический ТЭН здесь не работает вообще, то есть как бы включала
циркуляцию через колонку, и вода без разбора воды в системе, включалась колонка, и вода подогревалась до нужной температуры. То есть бак стоит постоянно горячий. Постоянно. Вы слили воду, ушли, ничего не разбираете, а бак греется. Расходы по газу, ну, у меня максимально получалось меньше бак, меньше баллона 50-литрового в месяц. Это было в Новый год, когда было очень холодно, минус 37. Ну, это в этот Новый год. Да, в этот Новый год, потому что прошлый Новый год мы здесь не праздновали. В этот Новый год была куча народу, друзья приезжали, как бы, ну, было много народу, 10 дней. Готовили постоянно, как бы, а плита у меня тоже на газу. Постоянно там лилась вода, и горячая, и холодная, ну, горячая, как бы. Я израсходовал меньше, ну, я не знаю, наверное, 2/3 50-литрового баллона. 50-литровый баллон стоит 800 рублей. Ну, вот посчитайте расходы в месяц. А... Если то есть, подожди, у тебя здесь газа нет, газ у тебя привозной в баллонах. Только в баллонах, да. У тебя здесь есть только электричество. Только электричество, да. И то есть, ты берешь только электричество у... Да. Да. Там, где живешь, соответственно, и привозишь сам газ с заправленным баллоном. Да, баллоны. У меня 3 баллона. Баллон эти 50 литров, насколько хватает? Я сказал, что максимальный... Вообще, где-то средний расход у меня по месяцу где-то пол баллона. Но вот в январе, когда было праздники, много народу и так далее, и так далее... У меня получилось, ну, меньше одного. То есть я баллон полностью не израсходовал. Ну, я думаю, что 2/3, либо 3/4 баллона. Ну, баллон стоит 800 рублей заправить. Соответственно, у меня ГВС, горячее водоснабжение, на газу, на сжиженном. И плита я готовлю, как бы. Вот потому что, если бы у вас были... А электричеством, получается, вот эти твои панели? Отапливаю. Отопление, ну, все остальное. Жарочный шкаф у меня электрический. Свет у меня электрический, розетки электрические. Вот. То есть, как бы, но горячее водоснабжение у меня на газу. Ну, во-первых, бак по своему нагреву равняется 150-180 литрам. Это 100-литровый бак, 150-180 литрам бака вот обычного нагревательного, накопительного, ну, стендера, да. И расходы, как бы, я сравнивал 100-литровый, вот этот бак 100-литровый, сделанный из обычного там накопительного бака, и сравнивал с расходами, как бы, вот 100-литрового нагревательного электрического бака, ну, обычного нагревателя, который продается, как бы, в магазине. Расходы, наверное, раза в 3 будут у вас выше, а то и в 4. Ну, это приличная разница. Ну, приличная, потому что у меня, говорю, получается, что я не могу разделить горячее водоснабжение и плиту. Вот у меня газ туда и туда, вот он, вот разветвитель, вот он пошел сюда, а он пошел на плиту. Я не могу разделить, как бы, сколько у меня уходит на ГВС и сколько у меня уходит на приготовление пищи. Ну, вот максимум, что я израсходовал, это 3, ну, 2/3-3/4 бака, ну, не полностью. Ну, то есть, так получается... Вообще, я считаю, у меня в расчетах где-то 400 рублей. Вот я в среднем считаю, что 400 рублей. Ну, получается, да, баллон этот 50-литровый на 2 месяца. На 2 месяца, в среднем, там, когда-то чуть больше, когда-то чуть меньше. Все зависит от того, как часто гости приезжают, сколько здесь народу, в основном я живу здесь один. И теперь берешь свою платежку и смотришь, сколько ты платишь за подогрев горячей воды. Именно так. У меня потек бак, я говорил, да, то есть, как бы... И как бы, ну окей, потек бак, но я остался без горячей воды, по собственно, да? И дня через два я догадался, что я не пользовался никогда в жизни колонкой. То есть, грубо говоря, я открутил бак, поставил вот эту вот перемычечку стоимостью 60 рублей, и вот чудо, у меня появилась горячая вода. То есть, если он занял 10 минут и 60 рублей, у меня поставить получилось, снова появилась горячая вода, прямо напрямую через колонку, как в квартирах. Да, я не могу пользоваться там двумя или тремя точками водоразбора горячей воды, но горячая вода есть в одной. Всегда. То есть я могу принять душ, я могу помыть посуду, я могу умыться нормально, не холодной водой, а теплой. Ну, горячей. Вот, собственно говоря, вход в дом. Это холодная, так называемые сени. Это в любом загородном доме, который используется для постоянного проживания, делать нужно обязательно. Почему? Потому что, объясню, у меня дверь деревянная, очень хорошо утепленная. Но опять же, я вот специально не доделал проем. Почему? Потому что я понимал, что, скорее всего, понадобится вторая дверь. И эта холодная зима выявила, что нужно ставить обязательно вот здесь вторую дверь. Даже хорошо утепленная дверь. Там вообще всегда это хорошая история, потому что он отсекает холодный воздух от теплого, а теплый от холодного. Да, у вас основное помещение, во-первых, будет тратить меньше, как бы, на нагрев там, на обогрев. Здесь у меня тоже, у меня стоит здесь одна батарея, здесь стоит такой же пульт управления. Вот, и как бы здесь я поддерживаю 15 градусов. 12, 15, 13, но это уже не минус 20. И вот эта дверь...
И это помещение на его поддержание, ну, температуры в нем уходит на намного меньше энергии. Потому что это отсекающая история. Ну, вот это управляющий электрический шкаф. Да, ну, у меня три фазы, мне повезло. Как бы, ну, то есть я смотрю, что у тебя здесь грамота, у тебя большое количество автоматов, я так понимаю, ну, что у меня на каждую зону. У меня папа энергетик. Ага, понятно. Папа энергетик, то есть как бы, это шкаф, конечно... Он бы не позволил бы сыну поставить, да, три вот автомата. Вот, здесь стоит дублирующий счетчик, чтобы я мог день-ночь, как бы общее, чтобы мог, вот эта входная история, да, чтобы я мог контролировать господ энергетиков, так как у меня счетчик находится на столбе, очень высоко, и как бы он там сам общается с ними, и мне тут как-то за октябрь месяц выставлено 54 тысячи, я сжег 14 тысяч киловатт. За октябрь месяц очень хорошо погрелся, вот, соответственно, как бы мне выставили там порядка 54 тысяч рублей счет, хотя в сентябре у меня счет был, по-моему, 1200 рублей, 1400. Ну, как бы начали разбираться, как бы, и вот этот счетчик очень пригодился. То есть не пришлось лезть на стол? Не, не пришлось лезть. Я попытался, но у меня лестницы такой длинной нет, как бы я туда не залез. И, соответственно, вот дал показания своего счетчика, они приехали, сфотографировали, да, и пересчитали, у меня получилось что-то то ли 1700, то ли 1800 рублей. Вместо нормально они так посчитали. Вместо 54 тысяч. Ну, наши... А вот это что? Расскажи про это. Это стабилизаторы, это трехфазное напряжение, это стабилизаторы, то есть как бы... Что это показывает? Напряжение по фазе. Так, напряжение это как раз вот 220 вольт, 215, 226. По каждой фазе, да. А здесь просто нагрузка сейчас большая идет, как бы включились обогреватели, да, то есть как бы это ток, сила тока, а это, собственно, потребляемая мощность в киловаттах в час. Сейчас 2,5, вот по этой 2,5, здесь 2, здесь 0. Вот, пугаться не надо. 2 это будет, 4 киловатта это много в час, безусловно, но это поработает час, выключится как бы, и сейчас мы... Ну, это вот, да, мы были, сейчас обогреватели, да, включаются, выключаются, то есть они живут своей жизнью, я там даже как бы, у нас с мамой вышел спор летом, она говорит, надо выключать типа батареи из розетки. Я говорю, мам, тебе зачем? Есть пульт управления, поставь свою температуру, пусть он стоит. И как бы в холодные ночи, там в 5 утра, в 6 утра, они включаются. Потому что, допустим, та температура, которая нужна в доме, она падает. И она включает батареи. Батареи отработали час-полтора, нагрели дом до нужной температуры, и все. Господа, если у вас есть открытый огонь, то бишь каминная кассета, камин, печка, у вас обязательно должны стоять. Я вот, у меня один огнетушитель стоит, но надо купить обязательно второй. Это прям обязательная история. Утепление у меня нестандартное. Я долго думал, над чем утепляться. Финны утепляют, скандинавы, скажем так, северные немцы. Да, и в принципе Канада и Америка сейчас все утепляются обычной, ну, мин-ватой, базальтовой, ну, каменной ватой, не минеральной, а каменной ватой. Типа Rockwell, Порок, там, ну, много, их много на самом деле. Вот, но фокус заключается в том, чтобы в нашем климате, а он сопоставим с климатами там Финляндии, Швеции, да, то есть, как бы, собственно, они делают, каркас строится, я говорил, из 200-й доски. Вот. И, подутеплитель. Подутеплитель, да, 2 по 100. Обязательно с перекрывом, то есть, как бы, чтобы швы, то есть, за этим нужно следить. И плюс они еще кладут за пароизоляцию со стороны там, гипсокартона или вагонки, ну вот внутренней отделки, они кладут еще полтос 50 мм. То бишь, как бы, да, они признают, что как бы он будет гнить, но гипсокартон как бы проще снять и вагонку, да, там, чем разбирать стену. То да, ну как бы 250 у них идет утепление. 250. И тогда дома на самом деле становятся более или менее экономичными. Да, но вы можете сесть и посчитать, я считал, сейчас не помню. То есть 150-я доска и 200-я доска, у вас разница будет на четверть по дереву, по стоимости дерева, да, то есть каркас. Это стоимость. Так у меня был бюджет ограниченный достаточно. Я начал искать себе другие утеплители. Рассматривал я, собственно, пенопласт, как вариант, и нашел такое утепление, как пеноизол. У нас сейчас его очень мало используют, он в основном используется на югах. Вот так, друзья, выглядит установка для утепления пеноизолом. Потому что как бы фокус заключается в том, что вот я свой дом утеплял пеноизолом, я покупал установку, связывался с людьми, мне рассказывали, покупал отдельно смолу, и мы провозились первый раз 2,5 месяца. Да, 2,5 месяца мы утепляли дом. Это безумно долго, это безумно... Ну, то есть, как бы, дорого, ну, безумно дорого имеется в виду по работе, 2,5 месяца платить людям, да, потому что вот весь этот дом минватой можно утеплить там, ну, за 3-4 дня, вот. Я-то думал, что у меня уйдет на это там неделя-две, ну, так я без опыта, у меня ушло почти 2,5 месяца, а вот, я мучился, как бы, у меня то, там очень много нюансов.
И так как я утеплял для себя, я дал пеноизолу как бы зиму высохнуть, потом вскрыл пароизоляцию, посмотреть, а там по всем параметрам техническим пеноизол дает усадку при высыхании до 5-8%. И, соответственно, как бы я по весне допенивал это все по второму разу, все швы, то есть он высох, он отошел от доски, то есть появились мостики холода. И я все это допенивал. Да, конечно, второе допенивание у меня заняло там, по-моему, 2 или 3 дня всего лишь по всему дому. Ну, потому что я уже знал, умел, и как бы там его пеноизола меньше гораздо нужно. То есть он только щели забивал. Но по факту, вот чтобы хорошо утеплить дом пеноизолом, нужно как бы в два этапа это делать. То есть давать хотя бы месяц, полтора-два, если это летом. А ну, либо вот пенится в осень, и потом по весне, то есть зиму, чтобы он высохнул, по весне, ну, как бы должны допенивать люди все это дело, как бы такая штука, вот она либо для себя, либо для очень близких друзей, либо вы делать будете это сами, ну, вот как-то так. Вот, поэтому, как бы, пеноизол не очень, как бы, у нас прижился, да, он нигде не прижился, там мало его где используется. Он, кстати, используется в холодильнике. Вот, кстати, если по пеноизолу взять, например, там 200 мм базальтового утеплителя и 200 мм пеноизола. А 50 пеноизола равняется 125 базальтовой вате. 50 мм, как пенопласт. Но я не стал... То есть, получается, если 50, у тебя стена 150... 150, у меня 375 по миновате. Ну, 370, 350 по миновате. То есть, вполне себе правильные показатели. А вот... А просто почему я отказался от пенопласта? А потому что как вот, ну, посмотреть, да, в пенопласты добавляются антиперены. То есть это антиогонь. Он типа не горит, но огонь по нему двигается просто мгновенно. Во-вторых, пенопласт — это пенополистирол. Пока он закрыт, ну, в шариках надутый, там внутри находится стирол. А пока он закрыт, проблем нет. Но когда он начинает гореть или поднимается температура и начинает пенопласт лопаться, то этот стирол выходит в атмосферу, вы просто не проснетесь. Поэтому пенопласт использует вот это. Вот снаружи, я подумаю, может быть, еще там положу 50 миллиметров пенопласта понаружу, за стеной со стороны улицы. Вот там стирол не проблема, он там начинает взрываться, он в атмосферу уходит, да, то есть как бы там растворяется, как бы, ну, и вот там он не страшен. А внутри дома он страшен. Он правда страшен, вот. Вы можете не проснуться просто-напросто. Почитайте, что такое стирол. Пенопласт — это пенополистирол. Вот. Поэтому я отказался. Да, но как утеплитель он классный. Он не берет воду. То есть пеноизол, получается, при горении он горит вообще? Нет, это не горючий материал. У меня, то есть он вообще не он горит? Он не горит. Он не горит вообще. У меня ребенок тут упражнялся, полдня его жег. Никак, да? Никак не смог зажечь. Вот. Хорошо, подожди. Плюс значит... он это карбамидный пенопласт, в нем не живут ни мыши, ни птички, они почему-то его не любят, ни крысы. А, то есть крысы его даже не грызут, то есть сетка даже не нужна. Ничего не надо. Вот у меня здесь ни тараканов нет, ни мышей, ничего. Я не скажу, что я, конечно, прямо уж сильно аккуратист. Чистюля. Но, да, чистюля, но за вчера и за сегодня появилось, да, помою вечером. Но вот так вот целый день могу уехать утром на работу. Ну, как бы не помыв ничего, приеду вечером, не успеваю. Потому что, да, потому что, если я не прав, поправь меня, когда строят обычные классические каркасники, которые утепляют минваты либо пенопластом, там всегда внизу прокладывают под полом сетку. Подбивается снизу сетка, чтобы грызуны не пробрались. И заворачивается. Заворачивается, 15-20, да, по стене, чтобы мыши туда не пробирались. Да. Это называется там, ну, от грызунов, защита от грызунов. Да, металлическая сетка подбивается обязательно. Иначе раньше или позже у вас обязательно в доме появятся грызуны. Они никуда не... Они прогрызут себе дырочки, они поднимутся по сваям, они будут подниматься по канализации у вас там, вот они будут попадать в дом. Неизвестно как, но они у вас обязательно будут в доме. Любые дачники с этим как бы знакомы, что у них постоянно зимой, когда, да, и летом, у них грызуны, они там что-то сыпят какие-то эти самые. Вот пенопласт... А крысы еще опасны тем, что если мыши жрут провода, крысы жрут все подряд. Крыс, как бы здесь я не думаю, что они есть там в таком вот, ну, это крысы городской житель, здесь не город, здесь загород. Здесь больше мыши, здесь, да, то есть больше полевки здесь. Полевка, здесь птички какие-нибудь, здесь какие-нибудь, я не знаю, почитайте в интернете, кто сюда лазит. Я понял, хорошо, смотри, получается... А ты прожил декабрь, здесь январь, сейчас у нас уже середина февраля. Середина ноября. С середины декабря у нас пошли морозы практически до середины января. А сколько у тебя вышла коммуналка? Декабрь месяц по электричеству. У меня счет был 7500
не помню, ну, 7600. 7600, хорошо, да, декабрь. Плюс это электричество, да, по сути дела, там 400 рублей это газ, газ. 500 рублей газ. Ну, 400, это 8000. И так как я периодически все-таки там вечерние... Брикеты. Да, я покупаю брикеты, я даже не дрова покупаю, покупаю топливные брикеты, вон стоит упаковка. Да, я покупаю их не очень дорого, у нас здесь есть производство фанерное, и от них есть магазин, да, как бы, но 100 рублей стоит такая штука. Сколько, получается, на брикеты ушло? Где-то в декабре у меня ушло 1500. Максимум. То есть 9500 рублей, получается, это... Да. Отопление, горячая вода, в общем, полное обслуживание этого, да, дома. Да, декабрь. 195 квадратных 190, метров. Да, у меня сейчас не закрыто все, я ничего не перекрываю. У меня вот я живу, как живу, только двери забиты пленкой и все. А в городе было минус 35? Нет, в декабре не было. Минус 28, минус... Ну да, это в январе уже было. В январе я получил счет по электричеству, я, честно говоря, боялся. Ну, потому что были праздники, была куча народа, друзья приезжали, готовили. Кстати, духовой шкаф тоже немало потребляет. Ну, согласен. Он электрический, он тоже немало потребляет. А готовили очень много в нем. Я, честно говоря, думал, что мне счет придет 1012. Это как минимум. А вот. Пришло? 8600. Значит, получается 8600. 7600. Ну, в общем, получается, у тебя десятка, да, вышла? Побольше, наверное, потому побольше. Что, так как было холодно, топилось постоянно, как, да, и там не 1500, у меня ушло, наверное, 1002, от 2 до 3, вот, ну, берем 2,5, я не считаю, ну, там, покупаешь, топишь, ну, я думаю, что 1002, 2,5, ну, 3 максимум, окей, 7, да, 7, и почти баллон газа у меня ушел в январе. Ну, то есть, как 2/3, то есть, это рублей 600, наверное. Округлим 13 тысяч рублей. Ну, вот, 8600 плюс 600, это сколько, 9200, да, и еще там, ну, 1000-2500, давай возьмем так. Да, то есть, там 9,5 плюс 2,5, это что получается? 10-12 тысяч. 12 тысяч. 12 тысяч, ну, загляните в свою платежку, я знаю, что у меня за трехкомнатную квартиру, как бы, в городе, так, ну... Какой метраж? Хрущевка 54-56 квадратных метров. Я не помню, 54-56 квадратных метров. Трехкомнатная квартира, хрущевка. Причем хрущевка, когда теплые квартиры, ну, правда, ну, теплые. Да, да. Вот. У меня там сделан ремонт, там все хорошо, все металлопластик, ну, стоит. Сколько, да, стоила, есть, как оплата, бы, какая была? А, по-моему, ребенок заплатил там то ли 11, то ли 12 тысяч, те же самые. Да, но дом должен быть хорошо утеплен, ребята, вот это правда. Дом должен быть теплый, хорошо утепленный. Тогда у вас как бы... Минимальные платежи за отопление. Да, да, да. Вы вкладываетесь в утепление, но потом вы платите мало. Вот сейчас сосед у меня. Это у него дом из бруса. Он его утепляет снаружи. Брус – это очень дорогой каркас. То есть у него уже утеплено. Ему строили, как бы он дом под ключ заказывал. Ему строили, как бы он живет в нем уже лет... С 13-го года, короче говоря. Прилично. Он у него уже утеплен, у него печка, настоящая печка там сложена. Он уже утеплен на 50 внутри минватой. Пароизоляция и обшит, как бы, ну, у него деревянная обшивка. То есть, получается, он просто замерзает в нем. Холодно, у него большие расходы. Да, вот было бы тепло, он не утеплял. Сейчас он утепляет по наружке 50 минватой. То бишь, получается, что брус – это дорогой каркас. Если вы приехали на выходные, не вопрос, вы его нагреете. Но вы потратите, как бы, примерно столько же, сколько я трачу, допустим, вы за 2-3 дня потратите столько же, сколько я трачу там, за 10 дней, не за месяц, за неделю, за 10 дней. Кстати, как бы мы про затраты говорили, то есть, как бы, и там про маму я рассказывал, вот помогает жить этому всему, вот эта штука, ну, плюс розетки, которые мы показывали. Вот на этом пульте висит сейчас на данном моменте 1, 2, 3, 4, 5 батарей, то есть 5 розеток, которыми он управляет один. Вообще на этот пульт можно повесить до 100 розеток. Соответственно, конечно, я долго искал эту управлялку, я потратил на это полгода. Она работает по радиочастоте, как старые радиотелефоны беспроводные. В 90-х годах кто жил, тот помнит. Вот, соответственно, вот эта штука очень просто программируется. Вообще-то я заказывал их все на Алиэкспрессе, но сейчас вроде они на Озоне появились. То есть я правильно понимаю, ты на этом пульте выставил необходимую температуру, да, и он автоматически работает? Вот, сейчас Андрей посмотрит, покажет. Вот, две температуры. То есть, как бы, нижняя температура – это цель, 20 градусов здесь стоит. Угу. Работает она плюс-минус 1 градус. Верняя температура – это обычный термометр. Данная температура, ну, с десятыми градусами, которые вот в доме сейчас находится. Этот пульт может управлять как обогревом, так и охлаждением. То есть, как бы, ну, можете поставить, и как бы будет включаться, допустим, вентилятор. Ему все равно, что включать. Включает розетка, просто прерывание идет, подача электрического тока через розетку. Во сколько тебе обошелся, Игорь, этот дом? С учетом того, что я покупал участок, здесь участок 11,5 соток. А, с
учетом того, что я участок земли покупал лет 7-8 тому назад, и это было гораздо, в 3 раза дешевле, чем этот участок стоит на сегодняшний момент, с учетом того, что я строил это, проектировал и, собственно, руководил стройкой сам, этот дом мне обошелся там в 7 миллионов рублей. Вместе с участком земли. Вместе с участком земли, вместе со всеми затратами, вот с той отделкой, с покупкой кухни. Да, я понимаю, что еще нужно будет вложить где-то в землю и там во всякие там, ну, если я буду делать огород, что не факт. Но в любом случае участок надо немножко подсыпать, надо сделать газон. Я думаю, что где-то еще, ну, и в дом там комнаты как бы не совсем доделать. Я думаю, что где-то порядка 1 000 000 рублей сюда еще нужно вложить. Но, в принципе, такие дома, как я понимаю, продаются там, ну, далеко, глубоко за 10. С таким метражом, с такими планировками и с таким... Ну, насчет энергоэффективности говорить не буду, потому что дома разные очень. Но, в принципе, я доволен своими затратами, потому что мы тут разговаривали с соседями. Мне, когда они увидели, что строится, они сказали, сколько ты денег будешь платить за отопление этого дома. Я сказал, что, надеюсь, очень разумные деньги. Ну, в этом году максимальный счет был 8600 рублей. Ну, я считаю, что когда ты живешь здесь постоянно, то есть, как бы... Ну, это достаточно приемлемая цифра. Ну, мне кажется, да, то есть, как бы, плюс все остальное. Но мы сказали, что это 1012, наверное, вот январь месяц не обошелся 1012. Но это, я думаю, что коммуналка в городе, она такая же за там трехкомнатные квартиры. Поэтому... Не, ну, если взять трехкомнатную квартиру 196 квадратных метров, коммуналка была бы там, ну, порядка, мне кажется, 30 тысяч. Я думаю, что да. Ну, там от 25 до 30. Когда вы выбираете себе участок, не забывайте про транспортную доступность, потому что рано или поздно вам куда-то нужно будет от вашего дома проезжать, будь это работа, магазины, либо поликлиника с больницей. Для того, чтобы построить свой дом и приобрести участок земли, у вас должны быть либо собственные средства, либо, соответственно, заемные. Ипотека составляет порядка 8-9% по госпрограмме, а максимальная сумма 6 миллионов рублей, не считая вашего первоначального взноса. И даже, друзья, в эти деньги можно приобрести участок земли и построить свой дом. Нужна в этом помощь? Оставьте заявку на andreyartemov.ru. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи.